сторону Певека, тут 300 километров, 300. Не, в сторону Певека там вроде нормальный земель. Нормальный, но тоже ты можешь отъехать 100 километров. И все, там начнет дуть, ты возле капота вообще ничего не увидишь. А, вести имеешь в виду? Ну, дует, да, мечет и дует. Там уже Чаунский район. Весело. Местный аэропорт. Так вот выглядит Билибина. Леся опять. Б, левая сторона. 5. Основные выходы расположены в хвостовой части самолета и в передней части самолета. Летели в Магадан. В Магаданский аэропорт. Добро пожаловать на Колыму, золотое сердце России.